На склонах дюн видны свежие следы от автомобилей туристов. Такие поездки на берег моря наносят вред пляжам. Машины разрушают верхний слой, что приводит к движению песка. Также не все убирают за собой мусор. Установка шлагбаумов на всех проездах к морю – это способ сохранить пляжи от транспорта, загрязнения, а также не дать производить незаконную добычу песка и его вывоз на стройки. Как оказалось, первый проезд к морю со стороны Пионерского проспекта открыт. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов удивлен. Вместо знака «пешеходная зона» – дорожный знак «место стоянки транспорта». По знакам вот это разберитесь, предписание тоже дайте, на каком основании знак стоит. Закона нет, потому что никакой здесь платной стоянки нет, она и не была в природе по определению. Следующий проезд, который находится рядом со здравницей «Звездочка Юг», закрыт. А вот дорожного знака, указывающего на то, что движение здесь разрешено только пешеходам, нет. Очередной проезд и снова непорядок. Шлагбаум открыт. Значит, так он открыт. Он открыт. Он открыт. Ну, он же открыт. Видите? Сказали, что заварено. Среди негативных фактов были положительные. На многих проездах к морю установлены шлагбаумы со знаком «кирпич», а также знак «пешеходная зона». Чтобы каждый, кто захочет направиться к морю, видел – движение транспорта запрещено. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов дал поручение сотрудникам роты ДПС вести ежедневный контроль участков, ведущих к морю, а к нарушителям применить меры административного воздействия. Светлана Авилова, Максим Лагоша, Анапа регион.